мы проводим международный турнир по масс-рестлингу «Кубок Колмара». Этот международный турнир у нас самый красочный, собирает очень много любителей спорта. Уже четвертый год подряд площадка масс-рестлинга является самой популярной. 15 стран приехали принять участие, 23 спортсмена. Спортсмены очень сильные, хорошая борьба, показывают хороший результат. Все в основном пытаются бороться с силой, но я постараюсь показать хорошую борьбу техничную. Мы очень счастливы за то, что участвовали на международном турнире «Кубок Колмара» по масс-рестлингу. Я наконец-то завоевал второе место по масс-рестлингу на весовой категории 75. Здесь, во Владивосток, мне очень рад, что они меня пригласили здесь. Кубок Колмара – это очень престижный турнир, и мне очень рад, что я здесь. Соперники показали достойную борьбу, и я стал чемпионом этого международного турнира. Большой привет моему любимому народу Республики Саха-Якутия. Уруй Айхал! Mass wrestling has become a number one sport for me. I will try to involve as many people as possible in it, in mass wrestling. Очень хочу поблагодарить Республике Якутия за то, что создали очень хороший спорт. Всем спасибо. Ну, сегодня вообще я не могу сказать, как я рад, но чтобы я участвую на, как сказать, на огромном чемпионате мира на по mass wrestling. Вообще, спасибо вам, я вас люблю. Я очень-очень благодарю масс-рестлинг, что меня дали новой семье, новых друзей. Масс-рестлинг, я тебя люблю. БГМУ. Клинчик! Счет 2-1.